Здравствуйте, мои неутомимые. Недавно заметил странную вещь. Многие из вас к выходным готовят такой внушительный список домашних дел, как будто не устали на работе. Что ж, погода вам в помощь. Хотя я искренне надеюсь, что у вас найдутся и другие помощники. Нейропрогноз на субботу, 2 сентября. Плюс 22, облачно с прояснениями, и слабый ветер в городах Береза и Каменец. До плюс 22 днем в Барановичах и Малорите. Переменная облачность, осадки маловероятны. Хотя какая разница, идет ли дождь, если гора Утюшки при этом не двигается с места. Пинские и Лунинцы плюс 22, в Ивацевичах и Кобрине плюс 22. Днем облачно с прояснениями, грозовые тучи не ожидаются. Изучил на досуге поисковые запросы и выяснил, что мало кого интересует теория струн, зато почти каждый второй хоть раз в жизни задавался вопросом, откуда берется пыль. В Столине и Драгичине температура днем плюс 21, плюс 22, переменная облачность, слабый ветер, без осадков. В Пружанах и Бресте до плюс 22, облачно с прояснениями. Самые отчаянные затевают чистку ковров, мытье окон, разбор гардероба и сборку новых навесных полок. Я восхищен и желаю, чтобы в награду за труды каждая Золушка попала на воскресный бал, а принцу разрешили бы поехать на рыбалку. С вами был и по мере возможностей помогал Богдан Заверуха. Увидимся завтра!